Голунова отпустили. А что это значит? Тут уже некоторые либерастики радостно запрыгали в комментариях. Ага, справедливость восторжествовала. Ничего подобного. Отпустили не тождественно, не барыжу. Вариантов на самом деле множество. Вариант первый. МВД прогнулось. Решили замять дело, испугавшись шумихи. Это, кстати, самый худший вариант. Это хреново, потому что тусовочка сейчас еще больше уверится, что они элита, мы здесь власть и над законом. Второй вариант. Местная полиция провалила оперативно-розыскные мероприятия, то есть не смогла собрать достаточного количества доказательств, не провели контрольную закупку и так далее. Это не значит, что Рафик не виноват, это значит, что полиция слажала. Поглядим, что скажет внутреннее расследование. Вариант 3. Голунов действительно невиновен. Вариант 4. Все это изначально было провокацией майдаунов, имеющих своих людей во власти, чтобы сорвать информационное сопровождение ПМЭФ и речи Путина. И отпускают его, чтобы сорвать майданный сценарий, когда в День России скакуны попытались бы под прикрытием народных гуляний устроить дебош, подобный прошлогоднему. Смотрим, что еще было. Нападение Соболь на Симонян. Не взлетело. Убийство кавказцами добровольца Донбасса. Не взлетело. Арест неположивого журналиста, настолько известного, что о нем до этого никто никогда не слышал. Тусовочка возбудилась. Если бы это не взлетело, могли бы попробовать что-то еще. По плану скачки, а найти повод вообще не проблема. Что еще? Улица всегда чувствует слабину и сразу лезет давить и быковать. Свойство толпы такое, на инстинктах. А сейчас их по уши накачают «мы победили», «власть боится», «мы здесь власть» и так далее. Поэтому в случае чего подавлять нужно образцово-показательно, по учебнику, иначе будет врадиевка. Пресс-службу МВД нужно разогнать к черту, они провалили все, что только возможно провалить. Перепутали фотографии с разных задержаний. Потом не смогли дать вменяемых пояснений по этому поводу. Зачем было заявлять, у нас есть видео оперативных съемок с Голуновым. И даже сейчас они пытаются замолчать наличие проблемы, выдав минималистское. Отпускают, будет проведено служебное расследование, вместо объяснения, а что это вообще было. В который раз приходится с сожалением констатировать, что в информационном пространстве у нас работать так до сих пор и не научились. И англосаксы переигрывают наших снова и снова. А так, будем ждать результатов внутреннего расследования. Еще, Захарова и Симонян там в Твиттере вовсю демонстрируют принадлежность к тусовочке, постя, радуясь до слез. С какой стати слезы? Что провалена информационная повестка, за которую в том числе и они отвечают? Да тут плакать нужно. И да, не факт, что Голунов не барыга. Просто доказательств оказалось недостаточно. Так бывает. На Ходорковского честные люди не работают. Ничего не изменилось. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях и обязательно выскажите свою точку зрения в комментариях. Также, чтобы ни в коем случае не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и заходите на наш сайт. Там много различной информации о происходящих событиях в мире. До новых встреч!